изучает, изучает нас, как можно жить в этом трудном экономической жизни. Сегодняшний день мы все живем критично свое время. Знаете, да? Социальный страх. Через 10 лет что будет? Новатый фарма. Можем сказать, похвалить наше руководство. Шахмир Юсупович. Благодаря его коллега, я сам поднялся на уровне директора Казахстана. А сегодняшний день этот уровень для меня это маленький. Для кого-то может недостигаемый. Нет такого уровня, который недостигаемый, коллеги. Здесь вы будете изучать, как правильно мыслить и как правильно жить. Все зависят отсюда. Мы все должны думать едино. Нам нужен эта продажа, нам нужен этот уровень. Я желаю, что новатор фарма Узбекистан поднялся в самое первое место фармкомпании. Можем сказать, в ближайшие 2 года это вы сможете. Потому что у вас есть опытный наставник, Элхан доктор. Насколько мы с ним вместе работали, мы знаем. Он вас поможет. Мы желаем, чтобы каждый, который здесь сидит, получили самой высокой зарплаты и позволили себе что-нибудь жить. Который дома вернемся, от нас ожидают родители, дети, как мы будем вернуться дома. Мы желаем, чтобы ваше состояние было хорошее, очень хорошее. Вы не считайте, сегодня работаете кто-то представитель, кто-то водитель, офисный сотрудник, коллега. Если через 2 года, через 2-1,5 года новатор Узбекистан будет самое первое место, вы каждый здесь, который сидит здесь, будет в Узбекистане с большим статусом. Цените это просто, может туда влиять какой-то изнаружи, какой-то мысль и испортит какое-то наше направление. Имейте в виду. Я сам лично свою практику 20 компаний поменял. И все фармкомпании основаны на мошенничестве. 1% там есть кто-то, что-то. Я, когда мы нашли, сами нашли представительство и пришли какой трудный путь, мы тогда поняли, что тех ошибок, которые там есть, и здесь это нету. 2009 год мы работаем на Вадафарме. Сегодня в некоторых странах создана холдинг. Новый групп. Новатор Арнада Вайс Прудес Фарм. Я желаю, чтобы Узбекистан, это самый, один из них, перспективная страна, это страна дружба, это страна университет, между дружба, турецкая страна, в том числе Азербайджан, Казахстан, Кыргызия, это дружелюбная страна. И здесь именно новатор фарма тоже не имеет никаких наций. Это интернациональная, очень большая компания. Вы не представьте, если в Москву едете, там новатор фарма вас как встречает. Надо мечтать быть на таком уровне. Надо мечтать каждый, который здесь сидит, чтобы быть таким человеком через 5 лет, 10 лет Узбекистана, который заслужит свой народ. Мы сегодня гордимся, успокойся, мы сегодня гордимся, чем занимаемся. Мы продаем, обеспечиваем самый высокий качественный препарат. Наши препаратов 90% состав не повторяется, аналог не имеется. Поздравляю вас с праздником. Желаем вам очень большой успех. Через 2 года будет Узбекистан на первом месте. Ребята, Рамин доктор немножко эмоционален, я вам так скажу. Мы вместе этот путь прошли и дошли до новатор фарм. Мы вместе так прошли. Мы работали во многих компаниях. Как-то туда, как-то туда. Но новатор фарма с первым днем нам показалась очень жестко. Со своими уставами, со своими такими непонятными. Мы пришли, я думал, что, боже мой, как здесь возможно это или невозможно. Но я одно понял, что от трудностей нельзя убегать. Человек не должен от своей неудачи убегать. Убежишь не от неудачи, оно всегда будет преследовать вас. Убежишь, никогда удачу не увидишь.
Вот эти слова запомните. Не надо убегать. Надо решать остановиться и сказать, что я здесь. В самый трудный момент надо быть в нужном месте, в нужном времени. Я уверен, что так и будет. Рамиль Халилович, мы вместе начинали. 9 лет тому назад, когда Новатор Фарму как-то европейская компания пришла в Азербайджан. Ну кто знал, что когда-то, наверное, Рамин Халилович будет директором Казахстана, а я буду координатором СНГ. Никто не знал. Еще никто не знает, кто из вас через 5 лет где будет. Давайте поздравим нашего номинанта. Медицинский представитель года. Второй медицинский представитель года. Я хочу, чтобы Рамин Халилович озвучил имя, фамилию этого человека. Спасибо большое. Медицинский представитель года Хамдалова Саудат. İnşallah 2 yıl sonra, 2 yıl sonra bir direktör olasınız. Assalamu alaikum. Şu çıralı davrağa yığılgan hamkasblar. Hammalarni kirib kelayotgan bayramingiz bilan, yangiyingiz bilan tabriklayman. Iloyim yangi yil hammamizga baxt, saodat, quvonch olib kelsin. Xudo xolisa 2020 yil Novator Pharma kompaniyasi uchun juda ham omadli kelsin. Iloyim ilovanda Novator kompaniyasi, Novator Pharma kompaniyasi dunyoda birinchi o'rinni, birinchi Novator Pharma kompaniyalaridan bo'lsin ilohim. Kattakon rahmat. Birinchi bo'lib spasibo. Саадат ханум сказала, что процветание Новатор Фарма в 2020 году, чтобы не только в странах СНГ, в мире, чтобы была номер один компания. Уважаемые коллеги, я как приехал, наш Дугар Бехбутов, уважаемый наш директор, он сообщил, чтобы про Казахстан отзывы все знают. Я просто, знаете ли, коллега, когда, не похвали себя, просто мне тоже влияло, я хотел реакцию давать, это неправильные отзывы и так далее, и так далее. Я просто думал, чтобы негатив лучше не активизировать, лучше его игнор поставить. Потому что насколько какой-то уровень ты успешно становишься, тебе начинают критиковать. У нас, запомните, в маркетинге есть два звери, есть орлы, есть утки. Я желаю, чтобы все стали орлы. А тех, кто начинает критиковать, их должен быть какой-то моральный чест. Они должны что-то давать компании. Вы все это поняли, да? Мы не имеем права, президенты, мы не имеем права какое-то государство критиковать. Потому что у нас моральный чест нет. Мы ничего не делали. Сначала надо делать, потом надо сказать, что это президент, или это министр, или это какая-то страна, там, например, и правильно делать. Мы не имеем это решать, понимаете? Эта компания, маленькое государство, создается с вами. Поэтому вперед, аллей, аллей, аллей. Я передаю микрофон нашим уважаемым, очень много опыта. Я это, как называется, наших коллег, наших руководств очень уважаю. Очень уважаю. Он просто не из-за того, что мы вместе работали, я просто честно, как есть, так и говорю.
он просто своих работу профессионал. Я хочу, чтобы... Я, честно говоря, доктор Шахмуд Юсуф попросил, чтобы к нам отправить помощь. Он сказал, нет, не тебе. Сюда. Ваша судьба, это Илхан Нуртов. Спасибо. Саадат, я тебя поздравляю. Это как бы первая номинация «Новатор Фарма». Ты один из первых, который получил эту номинацию. Это многие, вот многие здесь мечтают об этом. Вот твои, даже ты думаешь, что не знала, что получишь, но получила. Я думаю, что у тебя есть силы, у тебя есть как бы потенциал для того, чтобы в 2020 году получить эту номинацию не как медпредставитель, а как менеджер. Вот я тебе желаю этого, вот, желаю, чтобы быстро продвигалась в своей карьере и всегда двигалась вперед, несмотря ни на что. Поздравляю еще раз. Спасибо. O'zbekiston bu. Asrlar sharqa mashqal, tarixi yodgorligi birlar. Samarqandu Buxorosi, Durafshon O'zbekiston bu. Ilm fan cho'qqisiga intilish yoshlar g'ururidir. Vatan ufqida parvozu namoyon O'zbekiston bu. Mana shu kunlar yashagan mustaqil O'zbekistonimiz zichligiga ko'z tegmasin. Osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Shunday ekan, yana bir bor Novator Pharma korxonasi xodimlarini yangi yil bazmi bilan muborakbod etib, kooperativlarga yaxshi niyatlar bilan yana bir bor biz barcha xodimlar, san'atkorlar nomidan, Anvar akamizu Faridjon video kamera xodimlari nomidan, hamda Bahromjon akamizu Shokatjon akamiz nomlaridan, Azizxon va Shamsiddinlarni, G'opir akamizu Shuhrat akamizni, Kseniyalarni nomlaridan muborakbod etib davramizga hozir chiroyli niyatlar что кто это хотят услышать. Я сюда хочу позвать координатора по всей СНГ, Новатор Фарма Шахмир доктора, чтобы он подошел сюда. Чтобы вот эти номинации
предъявят. Спасибо большое. Номинация офисный сотрудник года и технический сотрудник года. Я вам одно могу сказать, что, дорогие мои, офисный сотрудник года.